В начале этой недели неизвестные лица подожгли листья и ветки на территории окружной дороги. Службой благоустройства было принято решение, которое они согласовали с пожарными, произвести контрольный пал, чтобы уничтожить ветки и листву и избежать новых поджогов. Для этого была предоставлена специализированная техника. Для этого была, значит, закреплена поливомоечная машина, погрузчик с ковшом, трое людей с огнетушителями, лопатами и, значит, в четверг мы приступили к полению. Соответственно, соблюдали, чтобы ветер был в сторону, не в сторону города, а в сторону нежилых помещений. Но где-то часиков 9 вечера или ветер сильный, или перемена ветра в сторону города. Ну и возобновился как бы вот этот ления, запах, или как он правильно сказать, пошел в сторону города. Будем ликвидировать вот эти все возгорания. После окончание вот этих работ, когда все это прекратится, горение, все остальные отходы, которые остались от горения, будут перевезены на полигон ТБО. Уважаемые десногорцы, не пользуйтесь непроверенной информацией и слухами. За разъяснениями обращайтесь в пожарную часть или в управление ГО ИЧС.